Всем привет! Меня зовут Тед, и сегодня я запускаю новую рубрику под названием «О себе». В этой рубрике будет что-то маленькое обо мне и очень много интересных тем, что я люблю и чем я занимаюсь. Вот так. Эта рубрика будет выходить в раз в месяц. Поехали. Сегодня мы поговорим, кто я вообще такой и откуда я взялся. И немножечко о семье, вот. Первое. Кто я такой? Меня зовут Эдуард. Родился в поселке Ухово. Рабочий поселок. В Рязанской области, вот. 14 лет жил там, в этом поселке. И вот как 2 года, 4 месяца я живу в Москве. Это круто, что я переехал очень в Москву, потому что это изменило мое мышление вообще просто... Просто взрыв мозга, вот. Это очень мне помогло, и сейчас я здесь нахожусь, вот так. Также немножко хотел поговорить о семье. Нас в семье четверо, я третий по счету, вот. Получается, первый Назар, второй Марк, я третий, и Каролина четвертая. Живем вместе, все в Москве, вот живем здесь. Дружные. Ну, иногда ссоримся, но это бывает редко, и мы быстро миримся, так что все нормально, не волнуйтесь. Хотел немного рассказать о них тоже. Первый. Назар. Сейчас он в армии, но через 6 дней, прикиньте, через 6 дней он уже придет. Мы его очень все вместе ждем, и очень будет круто, когда он придет. Мы вместе будем тусить. Ура, Назар придет. Вот. Пишите в комментариях, у кого братья, например, что, не знаю, находятся в армии или собираются. Мне будет реально интересно почитать. Второе. Это Марк. Марк учится со мной на библейских курсах. Вот. И он занимается продвижением Инстаграма. Ему 18 лет. Только недавно исполнилось. Вот совершеннолетие. Он уже взрослый. Так. Давай поехали дальше. Я третий. Это я. Ну, что сказать, я просто хороший пацан. Поехали дальше. Четвертое, это Каролина. Она у нас одна в семье. Вот, девочка, она... Нас трое, а она одна. Вот, она и... Как бы получается такая прям защита. Вот так. Она учится в 9 классе, ей 15 лет, но она очень крутая, вот, просто крутая, вот так, вот и все, мини-блог о себе рассказал, и если вы хотите, чтобы продолжалась эта рубрика, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, мне кажется, будет очень круто, впереди нас ждет очень интересные темы, такие как какие фильмы, как что я люблю, чем занимаюсь, будем разбираться и будем мутить. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ла-ла-ла-ла-ла-ла.